Многие поколения астрономов пытались разгадать тайну Луны. Все считали, что Луна – мертвое небесное тело. Но вот совсем недавно на собрании ученых в Пулковской обсерватории доктор физико-математических наук Николай Александрович Козырев рассказал о том, как ему удалось обнаружить на Луне извержение вулкана. Исследуя спектральным методом лунный кратер Альфонс, астрофизик Козырев получил снимки, подтверждающие это выдающееся открытие. 3 ноября утром произошло несомненное извержение вулкана на Луне. Это центральная гора кратера Альфонс, которая находится вот в этом месте лунного диска. Одна спектрограмма показывает нормальное состояние кратера. Другая спектрограмма соответствует тому моменту, когда из кратера выделилась газовая облака. И это извержение показывает, что на Луне имеются точки, где еще до сих пор идут внутренние процессы.